Нецензурные даже вещи. Ну, в общем, если что-то вспомнишь, сейчас можешь сказать сейчас. Если не вспомнишь там на протяжении беседы. Дело в том, что таких вот вещей. Я просто буду делать тоже там крещению, к Рождеству всякие. Ну, дурацким я не увлекалась, потому что я очень хотела узнать правду. Я даже покупала книги, связанные с гаданием, черной магией, там Степанова, которая за 2 гривны была в этом самом на толстовке же магазине. Я знаю, зеркала напротив зеркал, выстраиваешь коридор, свечи 12 часов ночи. Знаю, как вывешиваются ключи на форточку, суженый моряженный впереди 12 часов ночи, если погремят ключи, значит, он рядом, спрашиваю у него вопросы. Как на перекресток выйти с двумя зеркалами, как пот стоять и ждать, пока он появится у тебя через плечо, уже тоже картина не... Ну, появлялся-то хоть кто-нибудь? На никто мне не появлялся, естественно, потому что, может, я не до конца в это видела, потому что там надо внизу, но это, скорее всего, самовнушение. Сидеть, надо дышать. Вот. Но один раз, я помню, я очень сильно доигралась, и потом начала в это верить, и моментально все эти книжки я отложила и пошла в церковь. И больше никогда к ним не прикасалась. Это когда надо нарисовать эту звездочку, расставить возле нее свечки, сесть в нее, когда в книге было. У нее было 16 лет, кстати. Делала это бабушке в комнате, когда она была в санатории. Села, в общем, я туда разложила эти свечи, прочитала и жду. Мне стало плохо сильно, а потом у меня вылетела лампочка, и я слышала какие-то такие шорохи и шумы, что реально мне стало действительно страшно. Я прибегаю к брату, я говорю, что-то я натворила, может, я кого-то уже, это домового злого какого-то.